Россияне смогут бесплатно провести газ в свои дома, если площадь строения не превышает 300 квадратных метров. Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил до 2023 года обеспечить бесплатный подвод газа к домовладениям. Теперь региональный оператор будет обязан построить весь газопровод прямо до границы земельного участка. Это касается потребителей физических лиц, у которых максимальный часовой расход газа составляет до 7 кубометров в час. Граница принадлежащего им земельного участка должна быть удалена максимум на 200 метров от газораспределительной сети. Прикамье на некоторые праздники сняли запрет на торговлю алкоголем. Из перечня исключили День химика в Березниках – 29 мая и Масленицу в Краснокамске – 14 марта. Причина изменений в постановлении не указана. Напомним также, что в Пермском крае действуют ограничения на продажу спиртного в праздничные дни. Например, 9 мая алкоголь продаваться не будет. Торговцев будут наказывать штрафами. Сегодня в краевой столице был завершен отопительный сезон. Однако, если температура воздуха опустится ниже плюс 8 градусов, тепло вновь начнут подавать в учреждения социальной сферы. В Березниках отопительный сезон завершится 11 мая. Две недели назад Т-плюс уже готовился к его окончанию. И даже, как мы уже говорили, специалисты компании провели испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.